И сегодня в честь воссоединения Крыма с Россией в центральном сквере Черкесска состоялся концерт. Зрители насладились музыкой и послушали песни в исполнении известных артистов республики. С торжественного мероприятия Альбина Ламкова. Крымская весна – время, определившее будущее полуострова и его жителей. Его возвращение имеет важное значение для целостности нашего государства, исторической справедливости и объединения всего российского общества, независимо от политических взглядов граждан, их национальности и вероисповедания. 7 лет назад состоялся судьбоносный референдум в Крыму. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Это время определило ее будущее. И эта дата стала важным знаменательным событием для всех россиян. Возвращение региона, лона матери большой страны. И то, что у нас сегодня этот праздник здесь, и интерес людей в рабочий полдень есть к такому мероприятию, говорит о том, что историческая справедливость восторжествовала. Погода все-таки внесла свои коррективы, но несмотря на порывы холодного ветра и дождь, люди прибывали. Огромный курорт, огромная республика, которая сегодня является частью нашей большой страны. И мы, жители страны, очень рады этому. И хотим частицу этой радости сегодня с помощью наших артистов с городов и районов нашей республики передать всем жителям и гостям нашей столицы. Программа праздника была представлена яркими выступлениями артистов. Предложенный репертуар исполнителей носил патриотический характер. Независимо от выбранного жанра, каждый номер был артистичным и запоминающимся. Гости праздника с большим удовольствием поддерживали выступления, разделяя радость свершившегося факта. Мы всегда были вместе с Крымом. Испокон веков Крым был наш. Это и по истории, и все. Это, он навеки наш, он и будет наш. И дай Бог, чтобы мы в мире жили все, чтобы было все хорошо. Я был в Крыму, и я очень рад, что такое красивое место живописное теперь в составе нашего государства. Такие мероприятия – это не только яркое городское событие, но и важный вклад в воспитание патриотического духа. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия.